Генеральный партнер программы «Деловые новости» ТО «Торговый дом Нуртас». ТО «Торговый дом Нуртас» предлагает качественный фракционный щебень каргалинского месторождения диабаза марки М1000, а также фракционный щебень акшатского месторождения известняков марки М800. Возможна доставка. Нуртас. Лучший щебень у нас. Наш телефон 406036. Здравствуйте, в эфире «Деловые новости». В студии работает Владимир Беляков. Запасы США и новости вокруг Катара определят судьбу нефти, считают «Вести экономика». Нефтяные рынки продолжают отслеживать динамику запасов США, неожиданно выросших на прошлой неделе, а также обострившуюся ситуацию на Ближнем Востоке, где эксперты прогнозируют снижение накала страстей в ближайшее время. На минувшей неделе цены на нефть марки Brent не сумели преодолеть негативную динамику, после того, как к концу предыдущей недели они снизились ниже $50 за баррель в связи с заявлением президента США Дональда Трампа о выходе из Парижского соглашения по климату. В итоге в прошлую пятницу нефтяные фьючерсы закрепились близ отметки $48 за баррель. Как заявил в субботу в Астане министр энергетики Саудовской Аравии Халед Аль-Фалих, соглашение по сокращению добычи нефти должно принести результаты в течение ближайших недель месяца. При этом он заверил в том, что дипломатический кризис вокруг Катара не повлияет на выполнение данного соглашения. ТАСС сообщает, члены Сената Конгресса США договорились о новых мерах, призванных оказать давление на Россию. Законодатели хотят лишить Белый дом права самолично снять действующие санкции и даже законодательно закрепить некоторые из них. Об этом журналистам сообщил председатель Сенатского комитета по иностранным делам республиканец Боб Коркер. «Сейчас мы дорабатываем текст, но соглашение мы достигли», — сказал он. По его словам, новые меры точно включают в себя обязательное рассмотрение вопроса снятия санкций с Российской Федерации до того, как это захочет сделать Белый дом. Эти инициативы будут оформлены в виде поправки к законопроекту о новых ограничениях в отношении Ирана, который уже прошел процедурное голосование, что позволит сенаторам не тратить время на внесение отдельного законопроекта. Он может быть принят уже на этой неделе. Сенаторы также собираются законодательно закрепить санкции, введенные предыдущей администрацией исполнительными указами, и позволить уже действующей применять карательные меры в отношении секторов российской экономики. Белый дом свою позицию пока не озвучил. Вести экономика сообщают. Фунт стерлингов стабилизировался после резкого падения на прошлой неделе, но пока так и не смог восстановиться до уровней, предшествующих всеобщим выборам в парламент, на которых консерваторы провалились. После того, как появилась новость о визите премьер-министра Терезы Мэй к королеве и ее попытке сформировать новое правительство, валюта стабилизировалась, а рынок оставался спокойным, после того, как она подтвердила, что возглавит новое правительство. Между тем, кадровые перестановки Мэй намекают на мягкий Брексит, то есть будет сохранен доступ к единому рынку, равно как и принципы ЕС, такие как свобода передвижения. Фактически, это будет сохранение статуса кво для Великобритании, за исключением финансовых потерь и влияния на переговорах по законодательству ЕС после того, как страна покинет Союз. Жесткий Брексит – это то, к чему первоначально стремилась Мэй. Он означал бы полный разрыв связей с ЕС для полного контроля за иммиграцией. Американский рэпер и продюсер Шон Комбс, известный как Диди, стал самой высокооплачиваемой знаменитостью в мире по версии журнала Forbes. По данным издания, Диди за год заработал $130 миллионов. На втором месте в рейтинге находится певица Бейонсе, доход которой оценивается в $105 миллионов. Британская писательница Джоан Роулинг занимает в списке третью строчку с 95 миллионами, заработанными благодаря мировой премьере блокбастера «Фантастические твари и где они обитают». Прошлогодняя победительница рейтинга певица Тейлор Свифт опустилась сразу на 49-е место, заработав $44 миллиона против 170 годом ранее, сообщает Tengri.kz. Это были деловые новости. Всего вам доброго и до свидания. Генеральный партнер программы «Деловые новости» ТО «Торговый дом Нуртас». Нуртас сауда үйе жауапкершілік шектеулі серіктестігі қарғалы кен орнының М1000 маркалы сапалы фракциялық тасын ұсынады. Сонымен қатар, Ақшат кен орнының белгілі М800 маркалы фракциялық тасы жеткізу мүмкін. Нуртас ең үздік тас бізде. Біздің телефонымыз 40 66 36.